И вот в случае этих двух клубов это абсолютно так и есть на самом деле. А вот опасная атака рижан может быть. Два в одного. Бросок. Ну, здесь Шикин справляется. Это Джеринч атаковал. Мея был на дальней штанге. Джеринч предпочел бросить сам. И бросил вот точнёхонько, на самом деле, в ловушку голкипера. В эту характеристику оттенка. Как раз наоборот. Это яркая, замечательная личность. И 1-0. Рижская «Динамо» выходит вперед. Бросок от синей линии и подправление. Насколько оно случайное? Давайте смотреть по повтору. Но вообще, почему же случайное? Стоял там человек. Он специально для этого стоял, чтобы вот такие набросы от синей линии подправлять. Данилс Берзинш это был. И от его клюшки шайба влетает в ворота. Это был Йокерит, это был нефтехимик. И третий забыл. Ну и вот из этого складывается, скажем, да, 26 голов пропущенных. При игре в меньшинстве, ну и вот 27-й. Ну вот ничего на самом деле сочинцы хорошего в атаке сегодня не придумали. И вот этот гол, ну, это рижане сами себя должны винить, безусловно. Так, а вот здесь Шикин отбрасывает шайбу на Джеринша. Джеринш находит партнера и в меньшинстве. Посмотрите, какую атаку проводит рижане. Не то, чтобы рижане ее готовили. Ну, давайте посмотрим вот на этот момент. Джеринш сыграл на перехвате, сделал передачу Дарзиншу. И вообще, кстати, это опасно, да? Хозяева в чужой зоне точисти. Ну, это опять же для Салака. Как семечки щелкать или орехи. Давайте еще раз посмотрим момент, вот когда Точицкий бросал. Ну, как вот засчитать это за опасный момент? Ну, старался спрятать бросок Точицкий. У него не получилось. Сочинцы тут же переводит шайбу в зону соперника. Передача на пятак. И Коллинс атакует с близкого расстояния. Салак справляется. У него шайб попадает, рижане отбрасываются. Ну и вот 22 секунды спустя, после начала периода, уже первая остановка, первое вбрасывание будет у ворот Салака. Ну, момент такой тоже неплохой. Стрёмль прижал клюшку Алишаускаса, не дал ему возможности отбросить шайбу с пятака. И вот тут Коллинс бросал, причем хорошо поднимал шайбу. А вот хорошая передача. И 2-1. Роберт Розен. Еще один бросок ему удается классный. Делает дубль капитан сочинской команды. Это Роберт Розен. И это точнейшее попадание в дальнюю девятку. Очень хороший бросок. Никто почему-то Розену не мешал этот бросок наносить. Угу. А там Коллинс, правда, въехал во вратаря, но это было уже позже. Вбрасывание, которое пытается выиграть Коллинс, но не получается. От защитника бросок. И 2-2. Ай-яй-яй. Как же шайба проскочила под Дмитрием Шитиным. Ну, неожиданный совершенно гол. Ну вот вбрасывание. Перевод Николас Редликс. Бросок. Макмиллан там был перед вратарем. Задела шайба его клюшку или нет? Да вроде нет. Вроде нет, но Макмиллан в том смысле молодец, что вот он как раз Шитину мешал. Я уж не знаю, насколько хорошо обзор закрывал. Розен выигрывает вбрасывание. Бросок от синей линии. 3-2. За 33 секунды до конца третьего периода шайбу, отскочившую от лицевого борта, Салак не контролирует ее. Как же она же попала-то в ворота. Стрёмль, передача назад. Ну, не знаю, как вот ближнюю штангу не закрыл Салак. Но, опять же, у него есть, я думаю, оправдание вполне. Потому что там после броска был рикошет. И только после этого шайба ударилась в лицевой борт и выскочила обратно на пятак.